Гарри Поттер. Итак, к доске у нас пойдет Хэппи Пётр. Мэм, я Гарри Поттер, а не Хэппи Пётр. Ясен пень, я тоже не Кайли Дженнер. Выходи давай к доске. О, а можно я выйду за Гарри? Замуж, что ли? К доске, идиот! А, то я думал, ты уже за него замуж собралась. Мне уже как-то жалко Гарри стало, что ему придется прожить свою жизнь такой, как ты. Не жалей, Гарри, ведь я выйду замуж не за него, а за тебя. А? Б! Мэм, можно я выйду к доске? Можно? Кто это там? А, дорогая моя хер-гнома. Ой, извиняюсь, Хермиона. Я Гермиона, мэм. А, похуй. А скажи мне, моя дорогая, что общего между тобой и прыщом? Я знаю, когда надавливаешь на нее, из нее тоже вытекает грязная кровь. Молодец, только заткнись, сраку, я тебя не спрашивала. Ну, Гермиона, есть предположение? Нет, даже не знаю. Да потому что ты такая же выскочка, как прыщ, неожиданно выскочишь. И можно я заебала? Как избавиться от брата старшего? Где моя жена? Формула самогона. А, что за ёб твою мать? Пять красивых девочек. Сколько время? Какое число? Где я вообще? Можно ждать картинки на застройку? Гарри Поттер. Да ёшкина вата китавра, сколько можно ждать, когда этот снег придет? Ай, как хорошо. Снег? Так, только сентябрь на дворе, нет еще снега. Рыжий, ты тупой? Да не снег, а профессор Снег. А, я не знаю, и пусть не приходит, кому нужны его дурацкие уроки по зельеварению. Лучше зацени это. Вергамьем Левиоса, Левиоса. Гермион, он у меня все равно не взлетает. Конечно, он у тебя не взлетит. Это потому что я говорю Левиоса, а не Левиоса? Нет, это потому что ты обмазал это бедное перо своими соплями, и она от тяжести не может взлететь. Дай-ка я попробую, может надо как-то под правильным углом взмахнуть палочкой? На моих уроках не будет дурацких взмахов волшебной палочки, мистер Поттер. О, профессор Снейп, а мы как раз только что говорили о том, как мы любим ваш урок. Да, Уизли, я слышал о том, как вы любите мой дурацкий урок по зельеварению. Однако сегодня мы будем варить не простое, а самое необычное зелье под названием нефть. Нефть? А зачем его варить? Потому что сегодня 5 сентября, день нефтяника и газовика. А зачем варить нефть, если это дело можно доверить профессионалам, которые умеют его добывать? И кто же умеет это делать? Там, где живут маглы, есть одна из самых крупнейших компаний в мире под названием «Газпром». И они добывают не только нефть, но и газ. О, я тоже умею добывать газ. О, фу, Рон, не такой газ, а природный. А, ой. Но, Гарри, наверное, это очень сильно влияет на чистоту и экологию природы. Ой, тебе ли говорить о чистоте, поганая грязнокровка? Ой, сраку, замолчи, а нет, Гермиона, Газпром умеет не только у природы добывать нефть и газ, но и заботиться о ней. Вот, например, недавно, 30 августа, Газпром провел ряд экологических акций, одним из которых под названием «Чистый город», где газовики Ноябрьска провели трехдневный марафон по уборке прибрежной территории озера Светлого и очистке его на... Вау, понял, сраку, тут только у тебя грязное дно, а мы чистокровки. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Waiting patiently for me, though.